Территориальная ассоциация семейных врачей в столичном секторе Буйкана сегодня наша съемочная группа не застала ни одного несовершеннолетнего, намеревавшегося привиться от ковида. С начала кампании по вакцинации детей лишь 14 человек в возрасте от 12 до 18 лет пришли за прививкой. Медики говорят, что у некоторых привитых проявились побочные эффекты, а именно повышенная температура и боль в месте укола. Мы только начали иммунизацию детей, родители уже обращались и за информацией, и записывались на вакцину. Есть спрос со стороны родителей. Кампания иммунизации детей от коронавируса стартовала в Молдове 18 ноября. Несовершеннолетние могут привиться только с согласия родителей или опекунов и только в специализированных медицинских центрах. Для детей предусмотрена иммунизация препаратом Pfizer двумя дозами. Классно. Дети болеют, но не так, как взрослые. У них легче болезнь протекает. Дети, в принципе, легче переносят ковид, даже лучше, если были бы вакцинированными. Не знаю, зачем им это, но я не согласна вакцинировать своего ребенка. Мне страшно, потому что медики сами не знают, что это за вакцины. Что говорить о нас тогда? У нас двое детей. Не думаю, что вакцинируем. Да, ковид реален, но это как грипп, новый тип вируса. Нужно научиться с ним жить. Це номерчик ковід, он вірус нов, кукарі треба ним вацем строїм. Я думаю, да, всех нужно вакцинировать. Если не вакцинирован, сиди дома. Мы поставим вакцину. Да, если надо будет, но не здесь. А где? За границей. Почему так? За границей, не тут? Доверяем больше. Вакцина очень важна, потому что дети, сейчас ковид такой, что дети болеют, начинают болеть сильнее. И поэтому вакцина важна. Вот. Я за вакцины, то есть за любые, потому что создается общее поле, и мы перестаем все вместе болеть. Некоторые родители уверены в том, что их ребенка необходимо вакцинировать от коронавируса. Но есть и те, кто серьезно сомневаются. Они звонят семейным врачам, чтобы получить всю необходимую информацию. Конечно, часть родителей категорически против.